Кто за эти предложения, кто против, кто воздержался, голосуем электронным пультом. Еще раз обратите внимание, пожалуйста, кнопка. Четвертое. Я категорически против сити-менеджеров. Я считаю, что мэры городов и местное самоуправление должны быть избираемыми. Более того, мы обязаны перенести основную денежную нагрузку в города, и мы такую возможность должны им предоставить. Программа. Все уже устали от лозунгов. И нам нужно ответить на один простой российский вопрос. Опасную программу до электорального съезда. Сегодня я хочу лишь привести один пример, как нужно отвечать на вопрос. Из них одна не техническая, а в том варианте устава, который вы раздали, представляет собой текст «Правое дело», написанный заглавными буквами. Вы знаете, я вообще не люблю заниматься маниловщиной. У нас есть конкретная задача – попасть в Государственную Думу и набрать максимальный процент. Что мне внутренне понятно, мне кажется, я был бы неплохим премьер-министром. Если партия будет успешна, вот за это место я поборолся.